Автомонитор в виде зеркала заднего вида. Сегодня у нас в студии зеркало заднего вида с монитором Silverstone F1 Interpower IP Mirror HD. Поставляется он в фирменной коробке вместе с проводом питания и руководством пользователя. Прибор совмещает в себе салонное зеркало заднего вида и 5-дюймовый дисплей, на котором выводится изображение с внешних камер. Крепится он на родном зеркале автомобиля. Для этого на тыльной стороне предусмотрены 4 крючка. Сначала немного о дисплее. Как мы уже сказали, его диагональ 5 дюймов, а разрешение 800 на 480 точек. Он может работать в основных стандартах PAL и NTSC. Дисплей дополнен поляризационным фильтром, так что рассмотреть на нем картинку получится даже при ярком солнечном свете. Кнопки управления настройками находятся на задней поверхности устройства. Чтобы получить к ним доступ, автомонитор придется снять. Это немного неудобно. Наконец, от задней поверхности отходит несъемный кабель, к которому подключается источник питания, и до 2 камер видеонаблюдения. Монитор включается автоматически, как только на него поступает сигнал от камеры заднего вида. Чтобы функция работала корректно, эту камеру нужно заводить через белый штекер, а к желтому штекеру можно подключить не только вторую камеру, но и любой другой источник видеосигнала, например, DVD-плеер. Подводим итог. Перед нами доступное решение для наблюдения за ситуацией на дороге. Из преимуществ – 2 видеовхода, которые можно подключать не только камеры, легкая и незаметная конструкция, простая установка и настройка.